Силен. Да. Прикол. Ой. Кто? Кто? Ой. Тырит. Что за мысли? Это воспоминания какие-то? То есть он с детства его бежал? Что ли? Видимо, так. Смотри, все захапал. А он не лопнет? Это ему норм, по-моему. По-моему, он даже немножко располнел. Или он? Да, не пролез. Ну, в смысле, пролез, но плохо. Как-то. А, можно в тачку залезть. А зачем? Хорошо. Давай смотреть, что есть. Двери, да? Вот, смотри, можно нажать. Как-то пока... А, ну слушай, видимо, действительно потерял. Гад. Так, получается, смотри, нам нужно... А я думаю, он вернется, если мы сейчас вызовем. Вот, да, я хотел сказать, нам еще одну тачку нужно, я так понимаю. Да его опусти, а то он какой-то неуклюжий. Я не могу, пока он ходит. Понятно. Однозадачный тип. Бежим. Точно, телега. Сейчас этот придет. Фиг. Нет. Слушай, нет, его нет. Так, ну ладно. Раз нет. А что нам это даст? Ой, не знаю. Все. А зачем? Понятно. Ну да, непонятно. Может быть, нам надо в тачку залезть, чтобы где-то спрыгнуть, но... А вдруг... А вон там у двери, смотри. Что-то болтается. Нельзя взять? Возможно. На ключ что-то такое напоминающее. В смысле, напоминает ключ. Зачем? Говорит нет. А, во, слушай, действительно, смотри, да-да. То есть надо как-то наверх подняться, получается. Так. Но я-то думала, что нужно как-то... А как успеть нажать? И... Он же быстро довольно-таки делает это все. Хотя, ты знаешь, вполне возможно. А вот эта коробочка, которая на нее вот этой штукой нельзя? Которая коробочка? А вот, ну, которую ты там... Вот кнопочку, это? Да. Какая-то коробочка или что это? Я же кнопочку здесь нажимала. Ну, просто тебе ее как-то странно показывают. Подожди, смотри. А вот здесь вот провода разные идут. Да-да-да. Желтый. Вниз. А синий в сторону. Подожди, это, наверное... Так, это, наверное, управлять можно. Вот это захватом. Нет? Так, а я с ними ничего не могу сделать. Я хотел сказать, ты можешь ее закрыть? Как-то выйти из нее. Вот. И ключом или чем? Что это такое на эту штучку навестись? Можно? Да. Нет. Нет? Ха. Тогда я даже что-то... У меня почему-то первая мысль была вот сюда. Вот видишь, какая штука тут? Да, подходит. Но забраться-то туда нужно...
Я думаю, вот, вот этим захватом как-то. Так, ладно, давай попробуем. Успеть подбежать, то есть... Я боюсь, что я не успею. Видишь? Не-не-не, нереально. А вот эта фигня по центру мигает, внимание привлекает, а она не активна? А как я дотяну? Нет, внизу красная кнопочка, или что это? Ха-ха. Порядок действия получается. Стоянку включить. Ага. Реверс. То есть она сама будет работать? Угу. А, нет. Ну, два раза просто. Два раза, да. Угу. То есть теперь она посередине будет опускаться? Нет. А в конце только забирает. Не понял. То есть это первый ход. То есть пока накрутится, я могу идти туда. Вот. Вниз. Забирает и все. Здесь она второй раз не крутится. Вот. Я так понимаю, это нужно нам положение или нет? Ну, похоже на то. То есть, я так понимаю, добежать до нее, правильно? Ну, типа того. Интересно, получится? Оп. Вот, точно. Главное, чтобы она оп. Не сюда не кинула. А, уши, уши. А, я же нажала. Там надо успеть нажать, да? Да. Понятно. А, черт, все. Я ему голову не сложила. Как надо, уже не успеваю. Давай уже быстрее. Так. Нажимай. Так. Побежали. Бегом. Оп. Так. Бери. О. Ой. Фу. Так. Говорит, не знаю. Давай вот эту штуку попробуем, которую... Да. Слушай. Угу. О. Ого. А, я так понимаю, нам надо в трубу к этому, куда тот ушел. Гад. Попасть. А, каким образом? На этой штуке перепрыгнуть, что ли? Нужно, я так понимаю, нужно опускающий механизм сломать. Если я правильно понимаю. А у нас там, видишь, вон сверху подсказочки есть. Синенький проводок влево-вправо, угу. Желтенький вверх-вниз. То есть надо, чтобы он здесь опустил и поднял? Нет. А. Что? Не знаю. Возможно. Вообще, я думал, что в него отсюда можно будет запрыгнуть и таким макаром доехать.
Ну, я обратил внимание, что ты уже сверху провода поменял местами. Да, И вот этой. да, то есть который механизм отвечает влево-вправо, если По идее, мы должны... реверс сделать. В реверс ее запустить. То есть, по идее, как раз поменяются местами, может быть. Так, ну ладно, давайте попробуем в таком положении. Клево. Только Хорошо хотел иметь железную голову. Сказать, как он спускаться будет. Он падает. Он не А умеет. там осталась штука эта. Ну, видимо, не надо. В обратную сторону. Оп-оп. Так, и... Поехала. то же самое получается, надо сделать здесь спрыгнуть. Получается, да? Я-то думала, что нужно его будет, то есть, нажать, чтобы она здесь брала, а не с тачки, понимаешь? То есть, чтобы он поднял его, я думала, тут запрыгнуть, как вот здесь мы сделали. А тут получается все то же самое, отсюда берет, только спрыгивать надо вот здесь. Так, ну ладно, давай попробуем. А, Побежали. бежим. Короткие ножки. Ага. Он бы ножки лучше бы умел вот так вот удлинять. И такими Так. большими-большими шажками. Сломали тут. Опа. Так, этот пузатик здесь. Я-то думала, это тоже какие-то фрукты там или еще что-то. Это уголь. Уголь, да. Я тоже думал, что фрукты какие-то. То есть я потом увидела, как они... Вот гады. Короче, оба злодеи. Ага. Надо им отомстить. Ага. Упс. А, так они нас увидели. Вот гады, сейчас запрут. Да-да-да. Я поняла, что это уголь только в предыдущем помещении, когда увидела, что кидают в Да. печку. Угу. Как бы тачка подразумевает, но я было как-то не очень похоже. Так. Ты кто? Что-то какие-то. Ой. Это что? Тортик? Воспоминания? А это может быть потому, что я ничего не делала, стояла. Свечки такие. Это подружка его, что ли, получается? Наверное, да. Подружка. Так, ты кто? Курить хочешь? Или уже накурился? Какая-то гадость. Да. Может, ему это свернуть Ну, по-быстрому. сейчас свернем. О! А я думал, это просто так. Я просто так кликала, думаю, прикольно вертится. Берется? Берется. Говорит, нет. Их как-то высушить, может быть, надо? Высушить. А как их? Лампочка? Ага. Сейчас. Неудобно, потому что приходится вот класть каждый раз вот так вот. Да. А, ага. Круто. Так. Это соединиться, нет? Не соединиться. Вообще, а зачем? Странно Не, было я не бы. знаю, просто так, на всякий случай. Так, а вот какая...
Ну-ка, спустись. Смотри, вот еще норка какая-то. А, ничего. А, опусти его. Во. Вы кто? Не, он не дотягивается. Хотя вот, смотри, видишь? Кликается. Не, ну, видимо, пока никак. Знаешь, что обратил внимание? Что дырки в полу, да, вот под вентиль как раз. Но я не вижу пока этому. Нет, я на люки на эти обратил внимание, но пока еще не пробовал даже кликнуть. На. Удобно. Спасибо, товарищ. Упс. О! Нормально, хозяйственный. Чего добру пропадать? Хозяйственный, товарищ. Ну-ка, давай попробуем. А, слушай, может быть, ключ как-то можно? Нет. Нет. Ну, руку, я так понимаю, сюда дальше надо как раз, где он не доставал. Сейчас. Эту штуку проверю, еще попробую. А, ну да, он уже поближе надо стоять. Нет, говорит. Так, ну давай попробуем рукой пошарить. Нет? Ага. Ну да, нет. А, мне же его надо сложить. Ой. Точно. Как вам и надо? И что дальше? Я не знаю. Ну-ка, а что-то мне показалось, слева горело, нет? Левее отдохнел. Вот стрелочка там загорается под ногами, когда тыкаешь. Сейчас уберу. Я не вижу, куда складывать темную. Наверх подними. А, выше, еще подними. О, фу, ты меня спас. Чего говоришь? Под ногами стрелочка загорается. Загоралась, когда у тебя был вентиль в руках. А, вот так, да? Нет, стоп. Левее. А, еще дальше. Ха. Фига у него ручка. Ага, удобно. Ну-ка еще. Давай. Опа. Ага. Нормально. А, получилось. Хозяйственно. Оп. На. Так, то есть нам она больше не нужна. О, смотри, что я вижу еще. Вантус. Да, точно. А так можно? О. Можно. Вот, теперь смотри вот сюда. Вставляем и поднимаем, да? Да. Оп. А, даже вот так. Понятно. Ну все, пока. Можно сюда. Ну-ка. Народ здесь, освободить. Здесь тупик, нельзя? Я смотрю. Хоп. Опять сейчас на ручки запрыгнет. Ну ладно. А, то есть он не нужен? Получается. Ну ладно. Видимо, не нужен. А я думал, их спасти можно тоже. Ну как-то они не особо. Ну они какие-то, да, не хотят. А этому вообще хорошо сидит. А, вот смотри, люк.